исследование обстоятельств банкротства. Мы сейчас уже выявили, что действительно было хищение средств из банка Канский, ну, бывшим руководством. Соответственно, как бы часть этого хищения проходила под видом выдачи эффективных кредитов. Вот. К сожалению, под частью этих кредитов жители края, в том числе в селе Большой Улон, поставили собственноручные подписи. Вот. И, соответственно, эти кредиты на первый взгляд выглядели как абсолютно нормальные рабочие кредиты. Вот. Соответственно, сейчас уже в рамках уголовного дела исследования обстоятельств банкротства мы этот процесс исследовали. Соответственно, сейчас будет возбуждено дополнительный эпизод уголовного дела. Уже заявление подписано госкорпорацией агентства по страхованию вкладов. Соответственно, судебные процессы будут приостановлены на период расследования этого уголовного дела. И, соответственно, у госкорпорации не будет вопросов к жителям Красноярского края, а будут вопросы к бывшему руководству банка. Вот. Ну, собственно, это, наверное, как бы самое главное, что стоило бы там донести. Соответственно, вы знаете, что мы уже приостановили там судебные процессы, но до конца мы их сможем приостановить после того, как возбуждено будет уголовное дело. Вот. А вопрос можно? А когда оно будет возбуждено? Ну, мы думаем, что достаточно быстро. А тем, кому присудили уже, что делать? А исполнительные листы предъявляться не будут. То есть, ну все понятно. Да. Истребоваться по этим осужденным уже кредитам не будет. Ну, есть люди, которые уже получили от приставов уже исполнительные листы. Значит, отзовем исполнительные листы. Я просто знаю такие, да? Вот он уже решил. Да. А скажите, вот у нас понедельник будет, да, что делать? Ну, мы его откладываем. То есть это официально, да, будет письмо о том, что откладывается? Да, мы уже отложили несколько судебных заседаний, Анатолий Иванович в курсе. Ну, давайте, я думаю, что дальше спокойно без камеры. А тем, кому еще вот вообще не приходили письма? Да. Значит, не придут уже, наверное. Уже не придут, да. Если придут, можете звонить непосредственно мне, вот через Анатолия Ивановича, или лично мне непосредственно звоните. А еще можно вопрос тоже. У многих в банке уже в Центробанке висит вот эти вот 50. Они как-то аннулируются? Работа с кредитной историей, этот процесс будет достаточно длительный. Вот. Но... мне будет тоже проще говорить, вот на самом деле, правда, если дальше как бы мы уже не будем делать съемку. Потому что этот процесс долгий и неоднозначный. Но я имею в виду не в том смысле, что с вас кто-то будет что-то требовать, а у него могут быть ходы разные и все такое прочее. Вот. То есть смотрите, то есть, к чему вам надо приготовиться, да? То есть, что этот процесс займет месяцы, реально.